В этом видео мы будем строить свой собственный корабль, чтобы довести груз целости и сохранности до конца. Ну а перед просмотром не забудь подписаться на канал и поставить лайк. Ну а мы начинаем. Ну что ж, друзья, начинаем нашу игру. Наша задача здесь это вот взять груз, который здесь есть. Первая у нас коробочка и вот эта вот баночка. Нам ее нужно будет довести до конца, построить для этого супер крутой корабль, чтобы наш груз не потерялся по пути и доставить его в целости и сохранности. Смотрите, я здесь построил себе первый корабль какой-то, какой-никакой. Ну что, давайте попробуем его испытать. У меня есть вот такая маленькая стеклянная баночка, конечно. Мне ее нечем защитить, поэтому мы просто плывем таким образом и пытаемся ее доставить. Надеюсь, у нас получится. Блоков у меня не так много в этой игре, поэтому надо стараться. А баночка у нас очень-очень хлюпкая, и она может быть разбиться вообще об любой камушек. Итак, смотрите, мы плывем, и сразу же нас встречает целая куча камней. Нет, наш корабль уже разваливается. Нет. Фух, хотя бы немножечко прожили. Итак, давай здесь тоже ломаем, пролетаем. Ай-яй-яй-яй-яй. Есть, фух. Пока еще живем, друзья, покажем. У меня здесь есть вот крутые такие металлические ржавые блоки. Ну, их две штуки всего лишь. Я их хотел поставить спереди, ну, чтобы они хоть какой-то урон в себя впитали. Но, видите, мы не управляем нашим кораблем вообще никак не можем, поэтому плывем как можем. А вот здесь уже летят, воу-воу, снежки, которым... Они разбили мою банку! Серьезно! Они попали снежком в мою банку и разбили. Жесть! Как так-то, друзья? Как так? Просто разломали мне баночку. Обалдеть! Ну, давай попробуем использовать опять то, что мы построили. А хотя, смотрите, здесь есть предустановки какие-то. Вау! Ничего себе! Можно вот такой боевой корабль взять за 10 тысяч робоксов. Обалдеть. Можно вот такую лодку взять. Но это очень дорого, конечно. Не знаю, мне кажется, мы самостоятельно сможем здесь построить. Так, давай, загружайся. Загружайся. И где? Или я что-то не так сделал, кажется, да? Я сбил сохранение. Ну-ка, давай попробуем. Вот так вот, может быть, как-то повернуть. Нет, здесь бесполезно. Я, видимо, сбил сохранение, поэтому мне придется по новой все строить. Ну, давайте, у меня здесь есть пластик. Заодно посмотрим, что у нас здесь, может, интересного появилось. Сделаем, попробуем непробиваемую какую-нибудь коробочку из небольшого количества блоков. Вот здесь вот мы строим. Есть пластик. Вроде бы пока хорош. Будем ставить вот сюда вот баночку, и сюда мы поставим пока что простое кресло. Будем от этого отталкиваться. Вот так вот строим. Нам надо закрыть, наверное, наше вот это все пространство, чтобы у нас наша бутылочка не разбилась. А может быть, мы сразу сядем? Да, давайте мы сразу сядем в наш корабль. Бронебойный такой, с этой стороны мы тоже закрываем. Отлично. У нас просто непробиваемая коробочка какая-то будет. Ну-ка, здесь у меня немножечко дерева есть, которого, конечно, мне намного не хватит. Да, и здесь тоже металлические блоки мы сейчас поставим вот так вот. Что у меня еще есть? Еще есть какие-то ледяные блоки. Но я думаю, лед нам особо, конечно, много прочности не даст, но это единственное, что у меня дополнительно есть. Все, в принципе, вот такая у меня коробочка. О, смотрите, у меня здесь еще какие-то конусы есть. Можно, наверное, вот сюда вот так вот закрыть. Во, отлично, отлично. Закрыли мы здесь. И теперь надо сохранить. Давайте попробуем сохранить. Сохраняем здесь. Сейв. Все, засейвили. И погнали. Погнали, отправляемся в плавание. Попробуем поплыть вот такой вот лодочкой. У нас бронебойный. Главное, для глаз у нас здесь есть место, чтобы посмотреть, куда мы плывем. Надеюсь, в этот раз у меня получится подольше поплыть. И мне просто не разбомбят мою бутылочку. Мы ее довезем в целости и сохранности. Давай! Погнали, отправляемся в мощнейшее путешествие. Здесь, о, здесь уже камней не так много.
Мы уже здесь поломали, так что, возможно, и есть шансы. Тем более, вон, сразу металлическим блоком ударили, разломали. Разломали мы этот корабль вонючий, и идем дальше. Здесь у нас, конечно, опять встречается, но мы тоже прям металлическим блоком ударяемся по нему. О, смотрите, какой прочный. Очень-очень прочный металлический блок, и он до сих пор живой. Вот теперь опять у нас здесь вонючие снежки, которые у нас могут разломать. Нет, они ваншотают мою пластиковую баррикаду, смотрите. Вообще жесть, давай пробирайся отсюда, не тормози. Вон опять летят, нет, у меня сейчас баночка здесь откроется. Надеюсь, они не попадут, вон летят снежки, летят. Фух, выбрались отсюда, летим дальше. И здесь у нас... Что это, пляж какой-то, пляж? Нет! А чё такие мощные-то здесь детские игрушки? Здесь песочек какой-то. Оу, жесть! Надеюсь, мы сможем добраться до конца. У нас здесь лед тает, наверное. Скорее всего, тает. Вон он весь черный. Или он просто от урона такой черный. Надеюсь, что все нормально будет. Есть, мы пляж тоже преодолеваем. Дальше что у нас будет? Дальше у нас мир ниндзя. Сейчас нас сюрикены будут кидать? Нет, надеюсь, не будут. Пока что вроде нормально пробираемся. Мой бункер работает. С этой стороны, конечно, у меня открылось место. Так что мой груз могут запросто разломать, друзья. Вообще с легкостью. Но пока доставляем. Блин, здесь у нас препятствия. Нет. Ох. Есть, пока все нормально, здесь тоже пробираемся, здесь, конечно, ударимся немножечко. О, металлический блок сломался вот этот. Очень много урона впитал, и плывем дальше, проплываем, и вау, что это за магический мир? Что здесь такое? Мне кажется, сюда попадаться нельзя, а то... О, ничего себе, вот это мощный огонь, уничтожил просто с легкостью все. Итак, давай, опа, здесь пробираемся, и вон там нас тоже ждут несколько кристаллов. Надеюсь, мы сможем пробраться сквозь них. Опа. Баночка открылась. Вообще жесть. Но мы прошли этот мир. Отлично. И здесь у нас что? Здесь у нас ночь, замок какой-то. Нет, бочки. Они взрываются. Они стреляют по мне. С пушек по мне стреляют. Воу, нет. Мы должны пробраться. Обалдеть. И бочки тоже взрываются. Ну-ка. Давай проберемся. Мы будем жить. А, я прошел. Или не прошел. Что происходит? Почему я перевернулся? О, я обратно встал на свои места. Ой, это вообще какой-то черный мифический мир. И здесь тоже очень много каких-то препятствий. Кристалл, я даже не вижу, где конец, а где начало. Мы в пещере какой-то похоже. Похоже на то, друзья. Мы в какой-то пещере плывем со светящимися кристаллами. Но вроде бы дальше никаких препятствий нет. И мы пробираемся. Есть! Еще... Что это? Это болото, друзья. Надеюсь, здесь на нас не нападут какие-то саламандры или ящерицы, или крокодилы. Нет, дерево слишком жестоко. Нет, я разбил баночку. Я не довез ее до конца. Я, кстати, даже не знаю, где у нас конец нашим приключениям, докуда надо добраться, но мы достаточно много принесли и получили даже 7-й уровень. Скорее всего, мы даже вот этот ящик сможем сейчас открыть. А у нас есть новые товары, которые нужно отвезти? Да. А, вот, бочка, смотрите, 10 здоровья у бочки и максимальный вес, или это же вес, 400 стоит, вау, ой, весь. Ну давай попробуем взять и донести ее, эту бочечку. Но для начала мы, конечно же, откроем 2 сундука вот здесь. Дальше у нас разблокируется вот такой вот сейф на 10 уровне. О, 6 металлических блоков. Еще рубир какой-то. И вот эти конусы деревянные. И, кстати, еще здесь есть новая локация какая-то, которая разблокируется на 10 уровне. Можно будет посмотреть, что же за локация такая. Давай открываем здесь сундучок и... И еще металлические блоки. Есть шанс то, что мы выживем. И мы сможем далеко пробраться, друзья. А здесь урарные еще рупи какие-то. А тут у нас что есть? Можно ли посмотреть? Я даже не могу посмотреть, что есть в этих сундучках. Странно. Ну, давай попробуем. Так, подожди, нет, мне отправляться не надо. Мы вначале загрузим наш корабль.
корабль вот так вот, давай. Загружаем, отлично, надо сесть внутрь. Я могу сесть или я уже не могу сесть? Кажется, я уже не могу сесть. Но может быть, если мы вот так вот сделаем, я могу сесть? Дайте мне сесть на мой корабль! Вот так вот, давай попробуем. Придется, наверное, вот здесь вот все почистить. И тогда мы сможем сесть, давай. О, есть, присели, отлично. Сейчас будем обратно все закрывать. А, подожди, не ломать, а закрывать. Я сказал, давай закрываем здесь. О, забаррикадируемся, ребята, сейчас вообще будет здорово. Дерево, закрываемся. И сейчас будем металлом обшиваться. У нас просто такая бронированная должна получиться штука. Здесь, наверное, лед мы попробуем убрать. Может быть, мне хватит здесь металла, чтобы защититься. И с этой стороны мы тоже уберем лед и построим металл. Вот так вот. Сзади нам тоже надо будет строить это 100%. И с этой стороны вот так вот. Теперь у меня тоже есть какие-то рарные такие штучки. Закрываем черный материал. Интересно, что это такое? Что же это такое? Одна штука у меня осталась. Ну, давайте с этой стороны поставим. И вот эти вот рарочки какие-то маленькие. Непонятно для чего, но мы их поставим на всякий случай вот здесь, давай. И с этой стороны тоже поставим. А они не ставятся. Странные какие-то штуки. И теперь у нас есть лед. Остался лед, с помощью которого мы будем, наверное, вот здесь вот все это обкладывать. Вот здесь, здесь. Пока не закончится, еще 3 штуки есть. В принципе, нормально. Будем вот с этой стороны вот так вот выставлять. И вот так вот. Все, закроемся по максимальному. И давай сохраним это все. Сохраняем. Сохраняем и погнали. Погнали от отправляемся в дополнительное плавание. Давай! Супер бронированный поезд водяной. Отправляемся в путь! Все-таки мы сейчас металлом так здорово обшились. Надеюсь, у меня сейчас получится добраться еще дальше, еще глубже. Потому что, смотрите, я полностью забронирован. Мы должны больше урона выдержать. Но еще должно нам повезти на самом деле, чтобы мы смогли добраться. Вот, чтобы нам никаких и камни жесткие на пути не попадались. Там еще нас снежками будут закидывать. И вот как раз для этого я дополнительную защиту здесь и построил. Конечно, если у нас супер крутой мега металлический бункер будет, мне кажется, так было бы круче. Но что есть, то есть. Так что пока отправляемся. Так, мы еще смотрите, как бочку круто поместили. Она прямо в текстуры туда пропала. И вот нас уже закидывают снежками. Негодяи какие-то, пингвины или кто они там, я не знаю, но пока пробираемся. Ой-ой-ой, смотрите, бочка открылась-то уже. Бочка уже открыта. Надеюсь, они ее сейчас не выбьют. Надеюсь, не выбьют. Так, давай пробираемся. Да-да, куда? Давай! Плыви, не застревай, пожалуйста. Есть, все, идем дальше. Идем. Пробираемся, и опять у нас супер-мега какой-то крутой пляж с кучей препятствий, на самом деле. Это не очень очень-то и здорово. Потому что, хотя вроде бы ситуация у нас налаживается, и мы можем здесь по-нормальному пройти. Так, опа, и опять спиной мы встречаем все препятствия. Нам бы передом, смотрите, как у меня перед круто сделанный, а мы, смотрите, все задницей впитываем, и это нехорошо. Нам бы развернуть наш корабль, иначе мы до конца не доплывем. Наша бочка разломается вмиг, хоть она и по центру находится. Ну, давай. Есть, пока вроде бы пока все нормально. Может быть, сейчас об этот камушек мы развернемся. Но нет. О, вот, развернулись. Отлично. Вот так вот передом будем плыть пока что. Мне надо плыть именно передом. Потому что вон сколько у меня еще здесь брони есть спереди. Она у меня должна нормально так впитать. Хотя, нет, еще и с этой стороны врезаемся. Нет. Фух, пока живем. Но мы добирались до болота, если вы помните. Мне кажется, мы все равно даже с такой супер крутой броней до болота не доберем. Почему-то мне кажется, потому что мы прям на 2 огонька едем. Они сейчас уничтожат мне все. Нет, мы перевернулись еще, серьезно.
Вот это, конечно, неожиданный поворот. О, я обратно встал. Обратно вернулся. Жесть. А вот это мне повезло. Вот это повезло. Давай дальше проходим. Сейчас у нас что будет? Ниндзя-мир? А, нет, замок. Из пушек сейчас будут стрелять, обстреливать мой корабль. Плюс еще бочки какие-то вонючие здесь валяются. Надеюсь, получится пробраться дальше, чем болото. Хочется посмотреть, что же там есть еще дальше. Но он, смотрите, они заряжают, стреляют из своих вонючих пушек. Так, живи! У меня половина дна уже нет, друзья. Половина дна у меня уже нет. Ладно, мы это место пробрались, и вот наша пещера. И мы прям ровно в этот камень летим. Ах, разломали. И сзади тоже камень. Нет, сейчас бочка разрушится, друзья. Фух, живем. Живем, живем, живем. Но уже смотрите, что с моим кораблем стало. Это что-то страшное. Уже весь металл почти что у меня разломался. Вон бочка уже снизу торчит. Что-нибудь со дна мы подберем. И все, и конец нашей доставки. Груз развалится. И вот болото. Добрались до болота. Ой-ой-ой, сколько здесь деревьев. А у меня бочка открылась. Нет, не ломай. Не ломай. Я сломал бочку. И плыву дальше? Странно, почему так? Почему я до сих пор плыву? Ну блин, это болото невозможно пройти. Здесь слишком много деревьев, обалдеть. Как это вообще проходить? Надо до сюда добираться суперпрочным кораблем. Я уже 9 уровень, друзья. Уже 9 уровень. Можно, наверное, что-нибудь еще здесь приобрести. Дополнительные у нас всякие штучки. А можно отправиться еще раз на корабле, захватывать, вернее, отвозить груз и забирать коины, поднимать уровень, чтобы открыть вот этот вот сундучок и вот эту вот локацию. Но всем этим мы можем заняться в следующем видео, если вы захотите продолжение. Поэтому, если хотите, ставьте лайки. Будет 1000 лайков, сделаю сразу же продолжение. Еще не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик. А на этом у меня все. Не болейте, не скучайте. Пока-пока.